Что такое справедливость? Это то, что иудаизм объявляет справедливым. Что такое милосердие? Это то, что так определяется в Библии и Талмуде. Мы не создаем Бога по своему подобию. Вот в чем ответы иудаизма. Бог создал нас, а не мы его. Бога нельзя заказать в ателье по своим меркам. Если мы исповедуем наши собственные убеждения, тогда мы соблюдаем не иудаизм, а коэнизм, если меня зовут Коэн, или гольдбергизм, если меня зовут Гольдберг, или доршвицизм, если меня зовут Доршвиц. Следовательно, мы должны осознать, что иудаизм налагает на нас определенные стандарты, нравятся они нам или нет.